В Министерстве экологии рассказали, как будут контролировать численность сайгаков. Из-за погодных условий пока невозможно отлавливать животных с помощью сетей, поэтому временно их будут отстреливать. Ерлан Нысанбаев подчеркнул, рост популяции наносит урон сельскому хозяйству. Ущерб, по его словам, уже превысил 12 миллиардов тенге. Сейчас в стране насчитывается больше 2 миллионов особей. Ранее сетями отловили более 90 голов. Рекомендовано два вида регулирования численности или управления, как вам удобно. Значит, это коралевый метод, это устанавливаются сети, да. Это мероприятие обычно проводится днем. И второй метод, методом отстрела в ночное время. Да. Мы, пошли по первому пути, да, но из-за погодных условий, это же надо ездить и как домашних животных их направлять в определенную сторону. Мы, сегодня запланировали второй метод.